Всем привет! Сегодня мы будем строить радужных друзей, но время будет ограничено. В первом раунде это всего лишь 1 минута, во втором это уже 5 минут и в третьем 10 минут. Постройки мы будем оценивать, и кто в конце видео наберет меньше всего очков, будет петь нам любую песенку. Ну что, ребята, вы готовы? Да. Сейчас вы будете строить постройку за 1 минуту. Вот, начинайте, 1 минута идет. Десять, девять, восемь. Ай, ладно, скучно. Время вышло. Ладно, давайте быстрее стройте, пока я не вижу. Почему все фиолетово построили? Тут фиолетовый, тут фиолетовый. Начнем с этой постройки. Даже сразу не поймешь, что это синий. Что с его короной? Это даже на корону не похоже. Это просто четыре палки каких-то. Не успел доесть, и в итоге себе. Не успел доесть корону? Глаз нету, ничего нету, квадратный. Давайте оценим это от 1 до 10. Я думаю, за 1 минуту это неплохо, поэтому поставлю 9. У этого синего 46 очков из 60. Это что вообще такое? За историю, то, что его съел синий, я ставлю 9,5. Это я придумал. У этого съеденного пушистика 39,5. Что это? Почему он вообще из шерсти? Бабушка связала. Как будто какие-то ноги торчат из-под земли, а там внизу кто-то. Там никого нету. За 1 минуту хорошо, я ставлю 10. Идемте к Агуше. Он сделал коробку, которая реально работает. Он превратился в коробку. Но это прям круто. Я сделал коробку, теперь он, ну, он меня съест, но вот зато вот этот чубик он меня не съест. Для безопасности. Всем пока, я выезжаю отсюда. Все ставят 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ну, Агуша, у тебя 60 из 60, это не обогнать уже. Ну, как минимум в первом раунде ты не проиграешь уж точно. Тут у нас еще два фиолетового. Что это за маленький фиолетовый карапуз? Что он умеет, оранж? Давай, рассказывай. Ну, вообще, это миленький фиолетовый монстр, который маленький и смотрит из маленькой вентиляции. Это реально смотрится очень прикольно, прям красивый. Можно поставить 10. Здесь 55,5, чуть-чуть не хватило до Агуши. То здесь еще один фиолетовый, уже совсем не милый. На это рассчитывать. Ой. Вот это даже я не ожидал. Я, конечно, думал, что на нем будет оранж летать, но я не думал, что он сломается. Он улетел на вентиляции. За такой крутой механизм можно поставить 10. 45,5. Всего лишь на 10 меньше, чем вот это. Это были радужные друзья за 1 минуту, и сейчас вы будете строить радужных друзей за 5 минут. Они должны получиться, по идее, в 5 раз лучше. Хью-хью-хью. Сейчас вы будете строить за 5 минут. Все, начинайте строить. 5 минут идут. Время вышло. В смысле? Ой, так уж и быть, я вам дам дополнительные 3 секунды. Раз, два, три, все. Уходите, пожалуйста! Твою постройку будем первой смотреть. Давай мою. Давай оранж, вот оранж хочет. Ладно, давай оранж. Это дом, в котором можно спрятаться. Это вообще из радужных друзей? Да. Так, это неправдоподобно. Там была мельница сверху, я помню, вот такая. Все работает, это выглядит чудесно. Тут даже сверху пропеллер крутится. Кто это сделал, спасибо. Да я сделал. Сейчас мы проверим. Если в него нельзя зайти, то это будет очень плохо. О, реально, здесь можно пройти. Там даже внутри сидит маленький зэк. Все, круто. Стоп, кто-то поставил 8. Как так-то? Оранж, идем сюда, я тебе кое-что скажу. Как думаешь, сколько ты сейчас очков получил? Так, больше или меньше? Я думаю, что меньше. А, не угадал, больше. 56,5. Чуть-чуть побольше, на одно очко только. Ну это вообще прям пон какой-то, прям пон. Я не уверен, работает ли это, но да. Оно еще и работает, я думаю, просто. Ну это тоже круто очень. Просто с таким взглядом смотрит прям вообще. Ты что сделал такой? Что с хвостом? Как будто это... Я вообще не знаю, что это. Скорость великолепная, 100 км в час. Я ставлю 10, потому что это тоже прекрасно. Мне вообще понравилось. Короче, 55 очков. Теперь к Агуше придем. Что у него с глазами? Это он как будто плачет вообще. А нет, это иллюзия. Если смотреть сверху, как будто он плачет, а если смотреть снизу, как будто он наоборот ругается. Эх, слишком круто. Я тоже поставлю 10. Вот этот вот человек просто гений. Агуша, на этот раз тебе не так круто повезло. На этот раз даже оранж тебя победил. И ты набрал 56. Зато в первом раунде. Нормально. Это...
Ну, вообще, это я вообще не представляю, что это. Я помню, что у этого монстра был язык, а его я здесь не вижу. Поэтому это повлияет на мою оценку. Я ставлю 9,9. Здесь очень странное число, смотрите. 46,2. Агуша, твой пушистик прыгать умеет? Почему я об этом не знал? Не знаю. Он даже летать умеет. Бим-бим-бим-бим-бим. Два пушистика в одной коробке. Еще два каких-то челика в кепках там. Давайте выпустим всех пушистиков на свободу, потому что они заслужили свободы. Они так круто катятся. Я ставлю за это 10. Можно его толкнуть, и он покатится куда захочет. Это очень оригинально. Это слишком круто. Пушистиков становится все больше и больше. Их уже стало 4. Еще 4. 10 пушистиков. Я выгуливаю синего пушистика. 30 пушистиков. Смотрите, как их тут Обороняемся. Много. Мне кажется, сейчас эти пушистики захватят мир, поэтому надо их остановить. Их здесь так много, как будто... А, куда? Ладно, подождите, мы к этому еще придем. Я только озвучу здесь балл. У армии пушистиков 54. Так, это я не понял, что это у него с рукой? Не, ну смотри, он украл мою коробку, а это преступление, значит, он не заслуживает высоких оценок. Именно поэтому я ставлю 10, потому что знаю, что вы не поставите много. Он начинает крутить своей рукой, так что ставьте ему много очков. Ладно, здесь у нас 46 очков. И это были радужные друзья за 5 минут, а сейчас будут за 10 минут. Это финальный раунд, и вам надо постараться сделать что-то реально крутое. Можно чуть-чуть подумать, пожалуйста? Думайте быстрее. Я готов. Начинайте строить, скорее. Цифра 10 взлетела. Время вышло. Сначала вы построили много фиолетовых, теперь много зеленых. Зачем? Я тут вижу одного зеленого с очень странными руками, одного красивого фиолетового, странного зеленого с странными глазами, синего пушистика, что? Даже целую армию монстров и робота зеленого. Ладно, давайте начнем по порядку с оранжа. Поведай нам историю этого фиолетового монстра. Ну, все было, короче, просто, очень просто. Да, я его сделал просто, да, мне было скучно, и я его сделал. Вот и сказочки конец. Понятно. Ладно, если на самом деле, то он вырос и стал вот таким вот большим. Он вырос из той маленькой решеточки, порвал ее на куски и съел. И вырос. Очень страшно. Но он такой круглый, такой красивый. Даже можно сесть к нему на ручку, поэтому я ставлю 10. Оранж, нет. Если бы он тот человек тебе поставил не 9, а 10, то у тебя было бы 60 из 60. Но так как он поставил 9, у тебя всего лишь 59. Это что такое вообще? Почему такое огромное? Потому что вырос и вниз не летят. Погоди, ладно, давайте сначала посмотрим этого монстра. Это зеленый, но только робот. Я видел такого в конце карты, когда там убегаешь, там такой робот валяется зеленый. Привет. Вроде бы в игре он вообще был не агрессивный, ну ладно. Теперь он реально как в игре сломался. А, стоп, ты его не сохранил, что ли? Реально? Да, я его не смог сохранить. Ну все, валяется теперь здесь зеленый. На этот раз у тебя 53 очка. Тут сразу несколько монстров. Здесь трон синего и сам синий. Оранжевый и фиолетовый. Только они все как-то какие-то странные, но... О, мой любимый. Твой любимый? Почему? Потому что он оранжевый. Я, если честно, оранжевого вообще не люблю. Ай-яй-яй, как так можно? За то, что тут много монстров, я поставлю 9,5. 10,43. Это за 10 минут? Да, за 10 минут. Я даже не думал, что такой пушистик бывает. Хотя, мне кажется, его не бывает. Ну, за фантазию плюс балл. Поэтому я поставлю 10. Прикольно сделать пушистика в стиле синего монстра. Это синий стал... это синий стал королем всех. Ему даже один глаз кто-то выколол. И он, короче, стал супер жестким королем, и у него даже рот появился. 51,7 здесь. Еще один зеленый монстр. Выглядит он, правда... Странно, это что, у него там усы, что ли? Ну, зато у него он может ходить. Хоп, руки, ноги двигаются. Так еще ни один монстр не умел. Это слишком круто. Но выглядит он странно, поэтому я все-таки поставлю 9 и 9. Здесь целых, знаете, сколько очков? 52 очка у этого зеленого. Ну да, за механизм лайк. И осталось не только механизм. Агуша, казалось. Че. Давай. Руки подвижные, что одна аж упала. Это, видишь, ну, руку оборвало. У меня только один вопрос. Почему он такой гигантский, что у него одна нога только больше меня? Посмотри на челюсть. Типа, она открывается? Ну да. А почему так слабо? Я даже туда не помещусь, мне кажется. Че? Типа, я просто бегал и забежал к нему в рот, да? Так что ли?
Все, я поместился. Агуша, я сделал, как ты сказал, ой, все, он меня съел. И выплюнул, кажется, я невкусный. Ладно, я ставлю за это, ну, 9.5. Эх, Агуша, на удивление у тебя 58 очков. Что-то слишком много. А теперь мы посчитаем, сколько всего у вас очков, и у кого меньше всех будет 5. Так, начнем с красной команды. Здесь у нас 153 очка, это очень много. Сколько у нас здесь, интересно? Так, здесь уже поменьше. 128.5. У Агуши сколько сейчас посчитаем? Так, 174. 174, это почти максимально. В синей команде у нас... О, тут 140. У тебя сколько здесь? Мне кажется, что ты будешь петь оранж. Мне кажется, у него много очков. Ладно. 171. Чуть поменьше, чем у Агуши. А у Агуши 174? Да. И последняя команда. 152.5. Может, не надо? Надо. Как узнаешь? Надо подумать. Так, сейчас бы... Так, baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Да уж, я не думал, что будет эта песенка, ну ладно. На этом все, спасибо за участие Импостеру, Оранжу, Некиту, Блэк Фоксу, Агуше, Вайеру. Вот, кстати, прошлое видео этой рубрики, и всем пока. Взрыв.